Добрый день! Сейчас я вам расскажу о необыкновенной коллекции Wolf, которая с английского переводится как «изменение» и «эволюционирование», а это значит «постоянное движение вперед». Кто стоит за названием этой коллекции, какие принты в нее включены и что она из себя представляет, прямо сейчас узнаем. Поехали! Меня зовут Ирина Минина, я бренд-менеджер компании Декоро, и сейчас я вам расскажу о потрясающей современной коллекции Evolve от бренда Архитектор. Тим Вилман, автор коллекции, назвал ее именно Evolve не случайно, а для того, чтобы вы ощущали, что у этого собрания, по сути, такой простой вещью, как обои, у вас есть возможность изменить домашнее пространство, то есть сделать эволюцию вашего дома своими руками. Этот паттерн широкими горизонтальными полосами, автор называет его «большой волной», рапортом 64 см, а шириной 70 см, имеет эффект натурального шелка. Если представить этот принт на стене, то она получается многоцветной и многослойной. Но гармония достигается за счет того, что все цвета очень натуральные. Эти обои легко сочетаются с современной мебелью и, собственно, применимы в любом современном дизайне. Текстура следующего паттерна комфортна для любого помещения. Она дает теплое ощущение при прикосновении. И опять же, дизайнер старался, чтобы эти обои выглядели органично в вашем интерьере. Автор сочетает вместе такие цвета, как серый, терракотовый и песочный. В коллекции есть натуральный артикул из сизаля на фольгированной основе. Он, несомненно, привнесет шарм и элегантность в любую комнату. Следующий паттерн – это обои с горизонтальными полосами и вертикальными волнами. Тим Вилман сделал так, чтобы волны выделялись на полосатом фоне. И это выглядит очень ненавязчиво, а довольно-таки просто и модно, и отлично подойдет ко множеству предметов современного дизайна. Следующие обои опять же имеют интересную текстуру. Они привносят некоторый драматизм в интерьер. И здесь опять-таки использованы природные мотивы, и выглядит это как огромный холст. Этот дизайн очень популярен и представляет множество кристаллов из иризированного стекла, складывающихся в геометрический рисунок. Обои переливаются прозрачными бусинами и меняют оттенки под разным углом. Следующий паттерн дизайнер назвал «конфетти». Он представляет собой принт с маленькими цветами, который дает потрясающий эффект на стене. А дальше мы видим палитру коллекции – золотой, серебряный, обои на фольгированной основе, широкие полосы, оттенки серого, которые очень легко обыграть в пространстве и которые выглядят очень натурально, так же, как и палитра с теплыми оттенками. В коллекции можно подобрать паттерны для любой комнаты. Эти обои можно сочетать со всевозможными материалами и мебелью. Это собрание полностью для современного интерьера. В коллекции присутствуют флизелиновые обои, виниловые и роскошные обои со стеклярусом. И все они поддерживаются на складе в России.